По прогнозу ООН к 2025 году потребность в электрической энергии возрастет в два раза. 86% электрической энергии человечество получает за счет сжигания углеродов, что негативно влияет на состояние среды обитания человека, флору и фауну. Ветроэлектростанция – электрогенерирующий небоскреб, способный вырабатывать электроэнергии в 3-4 раза больше от собственных потребностей. Преимущества такого технического решения достигаются элементами конструкции, увеличением кинетической энергии потока воздуха за счет его концентрации сооружениями, эффект трубки Вентури, и оптимального направления аэродинамическим щитом воздушного потока на лопастную систему генерирующего модуля, снижением негативного влияния на окружающую среду за счет использования дефлектора, повышающего КПД потока воздуха. Электрогенерирующий небоскреб ⁇ это высокотехнологичный способ преобразования энергии потока воздуха, ветра в электрическую энергию, открывающий новые возможности для всего человечества.